это Лайки Ньюс, и с вами Кристина Санько. Наконец настала весна, и очень скоро наступит наш женский день. По этому поводу я предлагаю занять себя и сделать прикольные открыточки на 8 марта вашим мамам, бабушкам, сестрам, подругам и так далее. Делается они очень просто, это займет у вас буквально 3-5 минут, но сколько подарят радости эти открыточки тем, кому вы их подарите. Итак, давайте начинать. Нам понадобится прямоугольный лист картона или плотный лист А4. Вообще лучше использовать цветной картон, но если у вас нет подходящего цвета, то делайте как я. Покрываю лист розовой акварельной краской. Нам понадобятся еще вот такие помпоны. Они продаются в любом швейном магазине. Я заказывала на AliExpress за 50 рублей. Там была целая пачка. После высыхания клеем кружочки на открытку, чуть приминая. У нас будет изображены 3 фламинго, мама и 2 деток. Маму мы сделаем из 2 помпонов, предварительно склеив их друг с другом. Остальные части розовых красавцев мы просто дорисуем. Вот и все, 3 минуты, и наша чудесная открытка готова. Эта открытка тоже делается очень просто. На кусочке картона простым карандашом намечаем слово «мама», помогаем линейкой, чтобы буковки были ровными. Намечаем цветы акварельными красками и маркерами. Обводим все черным лайнером. Чудесная и яркая открытка для любой мамы готова. Картона закругляем по краям, с помощью катушки от скотча намечаем круг. Берем акварельные краски, вообще можно использовать любые, но именно акварель лучше всего смешивается. Создаем красивый переход от одного цвета к другому, создаем красивое расцветное небо. Пока наша композиция сохнет, займемся основными героями нашей открытки. Я хочу нарисовать маму-совушку с малышом. Раскрашиваю и вырезаю. Сажаю совет на двухсторонний скотч, чтобы открытка выглядела более объемной. Вот и все, прекрасный подарок на 8 марта готов. Здесь нам понадобятся разные распечатки. На цветном принтере я распечатала несколько красивых винтажных фонов. Для начала давайте сложим наш альбомный лист вдвое. Причем задняя часть будет немного выступать вперед. Убираем на время. Займемся главным элементом декора. Я распечатала фон, который очень напоминает текстуру платья. На обратной стороне рисую силуэт платья. Если вы дружите с карандашами и красками, делайте как я. Но если хочется сэкономить время, загляните в описание к видео. Там я выложу шаблон для этой открытки. Отдельно создаем топ и юбку. Низ платья нужно снять подобным образом, чтобы получились складочки. Две части друг с другом. На лицевую часть я приклеиваю винтажный фон. Заднюю часть украшу при помощи ажурной бумажной салфеточки. Не
некрасивый стык уберу с помощью декоративного скотча. Маркером создаю пунктир, но это по желанию. Приклеиваем наше чудесное платье, украшаем бусиками. Чтобы стык топа с юбкой был не совсем резким, украсим с помощью красной ленточки. You stole my heart, what is it that you do? Сворачиваем альбомный лист в два раза, создаем форму капкейка или просто распечатываем шаблон, который я также выложу под видео. Детали должны быть две, как у меня. Теперь приступаем к самому интересному. Нужны будут всякие штучки для творчества. Это могут быть красивые салфетки, материал, ткань, бумага для декупажа, пуговицы, наклейки, да все что угодно. Начинаем декорировать по своему вкусу. Я сделаю несколько вариантов, возможно, вам что-то понравится. Вот такие милые открыточки у нас получились. Напишите в комментариях, какая из них вам понравилась больше всего. Мне нужно знать ваше мнение, чтобы в дальнейшем делать контент более привлекательным именно для вас. Подписывайтесь на мой инстаграм, там тоже очень много всего интересного. Я выкладываю кадры со съемок, разные интересные DIY, плюс наше с вами общение. И не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о моих новых роликах. И будьте креативными, а я вам в этом помогу. Скоро увидимся. Пока!